Ранее полиция Владивостока сообщала о розыске гражданина, совершившего разбойное нападение в магазине на улице Третья Строительная. После этого аналогичное преступление произошло на улице Тобольской. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по городу Владивостоку установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 45-летний приезжий из города Хабаровска. Первый эпизод преступной деятельности произошел в торговой точке, расположенной на улице Третья Строительная. Угрожая продавцу ножом, открыто похитил 7000 рублей из кассы, после чего скрылся. Второй инцидент произошел в магазине на улице Тобольской. Мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги у продавца. Увидев других работников магазина, вошедших в торговый зал, гражданин покинул помещение, не получив желаемого. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальная санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Также мужчина успел попасть в поле зрения сотрудников госавтоинспекции за вождение автомобиля в состоянии опьянения. Отделом дознания Управления МВД России по городу Владивостоку в отношении правонарушителя возбуждено еще одно уголовное дело о повторной пьяной езде. По статье 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость. Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовных дел продолжается.